Ребят, хочу порекомендовать вам канал Crazy Gaming TV. Парень снимает массу различных видео по CSGO. Ссылка на его канал есть в описании. Заходи, чекай, смотри, подписывайся. Всем привет, ребят, с вами Костя. Сегодня у нас будет новая серия контрактов CSGO. Поехали! Это, кстати, первый контракт на моем канале, в котором я буду использовать статрек скины. В общем, из этого контракта я хочу выбить статрек М-ку Василиск, либо статрек М-ку Грифон. Если кто не знает, эти М-ки запрещенного качества из коллекции Vanguard, которая вышла примерно год назад. Ну а в этом мне помогут Максим Поджигатели, МП-9 Дротики и 2 UMP-45 Заблуждения. И все они у меня абсолютно после полевых испытаний. На весь этот контракт я потратил примерно 400 рублей, ну плюс-минус 10 рублей. И пробежимся по процентам. 25% на то, что мне выпадет М-ка Василиск. 25% на то, что мне выпадет М-ка Грифон. Также 25% на то, что мне выпадет Глок Жернов. Никогда не любил этот Глок. И последние 25% на то, что мне выпадет Савидов Разбойник. Надеюсь, этого не произойдет. Закидываем все наши скины в контракт. Тут я ставлю свою красивенькую маленькую роспись. И сверху еще напишу Габен. Плиз, пожалуйста, пускай мне выпадет либо М-ка Грифон, либо М-ка Василиск. Вот все остальное говно, пожалуйста, не оставь себе, правда. Закрашиваем эту область, чтобы, так сказать, сохранить интригу и раньше времени не расстраиваться, потому что, не знаю, что-то мне подсказывает, что вряд ли я тут выйду в плюс. Момент истины. Все, нажимаем отправить контракт. Все, Габен, пожалуйста. Либо МК 30 патроны, либо МК 20 патроны. Ну уж точно, не какой-то говенный Глок и говенный Савидов. Пожалуйста, братан. Вот реально, вот дашь мне М-ку, буду уважать, все, буду любить КС. Что? Что? Блядь. Боже. Ну ты серьезно? Габен! Что ты делаешь? Ну хотя бы он выглядит прикольно, как бы лук у него редкий. Все равно это говно. И какого он у нас качества? Прямо с завода. Отлично, просто. Рублей 150-200 стоит, да? Я угадал? Сейчас посмотрим. А нет, погодите, стоп. 369 рублей. Лол, что так много-то, а? Да, к сожалению, контракт я свой не окупил, но и, в принципе, в минус-то я ушел не в большой, ну, рублей где-то 50-40. Но все-таки лучше была бы М-ка, правда, Габен. Лучше бы была М-ка, да. Там, спасибо, Глок, там. Ну, а на этом очередная серия контрактов CSGO подошла к концу. М-ка мне не выпала, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хоть бы вам бы в контрактах везло. Пока!